Доброе утро всем, друзья. А зачем вы в пакет? Мы же здесь будем. Ну едешь, ну мне кажется, тут не остыл, никуда не пошла. Мандаринчики уже вот такие растут. Вот такие. Скоро будем кушать. Пойдемте посмотрим. Яблоки должны быть уже. И груши спелые. Виноград растет. Груши еще. Еще спеют. Где у нас яблоки? Хочу посмотреть яблоки. Теленок здесь лежит, отдыхает. Вот они, какие яблочки. Большое надо сорвать. Такое яблочко взять с собой. Ой. Так, яблочки попробуем, они поспели, нет? Вот так выглядит сад, огород в Абхазии. Утром поют курочки, петушки, птички. С утра попили кофе. С молоком домашним, парным. И хачапур. Хачапур домашний. Так что, ребят, всем хорошего дня. Да. Бабушка картошку накопала. Это мальчики сделали сушеную костелу. Я три яблочка сорвала попробовать. Какие сладости, какие красивые. Это классический, это лимон, это шоколад, это бергамон, это бергамон. Это классический касан, это мята. Такие восточные сладости. Это киви с фундуком. Это
Такая чурчхелла. Это чурчхелла, например. Ой, дождик идет. Вот такое солнышко. Да, радуга сейчас должна выйти. Кстати, это грибной дождь. Это необычный дождь. Сейчас грибы будут расти. Сейчас грибы будут расти. Мира, мое растение растет. Смотрите, вот такое вот приспособление интересное. Это кофе варят на песке. Вот здесь песок. Кофе вот сюда наливает, и вот так вот на песке его готовят. Вот такой вкусный кофе на песке получается. Вообще, да, оригинально, интересно. Такая вот красота. Шикарная вещь. Ароматный, вкусный кофе на песке. Вы видели, как цветет цикорий? Это тот самый, который лежит на полках в магазинах, который мы с вами пьем. Вот так он красиво цветет в Пицунде, в Абхазии. Смотрите, все фиолетовыми цветочками, сиреневыми. Карамельные яблочки. Есть красные, есть зеленые. Если кто-то помнит, это из детства. Вот такие карамельные яблочки продают в Абхазии. Деткам очень интересно. А это картофельные чипсы. Где продают картофельные натуральные чипсики. Вот такую рыбку свеженькую поймали на Черном море в Пицунде. Она еще живая. Видите? Брыкается еще. Кефаль свеженькая. Черноморская. Сейчас мы ее дома почистим, пожарим. Здесь больше килограмма на 450 рублей вышло.